Сегодня в Воронеже выпала половина месячной нормы осадков. И пока все жаловались на пробки и лужи, жильцы этого дома радовались. Еще во вторник из-за ремонта водопровода здесь отключили холодную воду. И вот два дня жители скупают ее в ближайшем магазине. Там она, кстати, уже на исходе. И тут такой подарок судьбы – ливень. Вот так вот и набираем кружечкой ведро, потому что смывать как-то надо. Невыносимо. Но вот сейчас уже невозможно, потому что мы уже тут несколько раз выходили, дождя нет, уже не наберешь и туда. А пока жильцам остается лишь надеяться на оперативность слесарей, потому что дождь теперь обещают лишь в воскресенье.